Hello, everybody! Today we are talking about irregular verbs. Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами говорим о неправильных глаголах. И сегодня мы с вами разберем глагол ходить. Или же ездить, передвигаться. Go! Все это в английском языке go. Go очень часто используется, потому что мы говорим «я еду», «я хожу», «я хожу на прогулку», «я хожу на работу», «я хожу в кино» и так далее. Все это наш глагол go. «Я хожу в кино» по пятницам. I go to the cinema on Fridays. В данном случае я хожу. Я делаю это постоянно. Именно поэтому мы с вами используем первую колонку. Go. Повторите. I go to the cinema. I go to work. Или же я хочу пойти в кафе. I want to go to the cafe. Они хотят пойти в ресторан. They want to go to the restaurant. Вторая форма. Went. Went. Как видим, go и went совсем отличаются. Но нам нужно запомнить, что если вчера я ходил на работу, yesterday I went to work. Или на прошлой неделе мы ходили в кино. Last week we went to the cinema. We went. Подставьте. I went и куда-то. To the cinema. I went to Spain. I went to Italy. I went to Africa last year. Когда вы хотите подчеркнуть время, что это было в прошедшем, тогда мы с вами будем использовать went. She went. He went. И добавьте туда to Spain. To, как будто туда. Я ходил вот туда. I went to Spain. I went to Africa. Складывайте чем побольше предложений, тогда вы обязательно запомните вторую колонку. Третья колонка глагола. Gone. Когда вы хотите сказать, что я никогда не ходила на работу. Я вот всегда чем-то занималась. Никогда я не ходила. I have never gone to work. I have never gone. Я никогда не ходил. Я никогда не ходил с ним на прогулку. I have never gone for a walk with him. Повторите. I have never gone. I have never gone to Africa. Я никогда не ездил в Африку. Также подставьте I have never gone to и подставьте. И тогда вы подчеркнете, что я никогда не ходил. Или же я никогда не ездил. Или же я уже ездил, например, в банк. I have already gone to the bank. В данном случае вы подчеркиваете, что я уже ходил. Я уже сходил, например. I have already gone to the shop. Я уже сходил в магазин. Как видим, go, когда вы что-то делаете всегда. I went, когда вы куда-то ходили вчера или же в прошлом году, то есть какое-то время в прошедшем. И I have already gone. Я уже ходил. Или I have never gone. Я никогда не ходил. Или же, возможно, я недавно ходил. I have recently gone. Это перфект. Запомните, пожалуйста, эти три формы go, went, gone. Складывайте свои предложения. До встречи в следующем видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться.